Сейчас в Ульяновской области развивается полноценная система работы с талантливыми детьми. Ядром этой системы стал центр «Алые паруса», где одаренные ученики могут получать дополнительные знания и навыки по самым разным направлениям. Напомним, что на данный момент в регионе расположены две современные образовательные площадки по модели сочинского «Сириуса». Первый корпус образовательного центра находится в Чердаклинском районе, второй – на набережной реки Свияги. Глава региона поставил новые задачи для развития данного направления. Что нам необходимо сделать? Первое. Разработать комплексную стратегию управления талантами в Ульяновской области как минимум до 2030 года. Второе. Нужно укреплять взаимодействие с вузами нашего региона. Третье. Необходимо продолжить развитие профессионального образования. Основная задача центра «Алые паруса» – отслеживать таланты самого раннего возраста и сопровождать их, помогая развиваться. Меньше чем за год более 1500 школьников приняли участие в интенсивных программах учреждения. В дальнейшем привлекать к обучению планируют еще больше учеников не только города, но и области, а также расширять спектр образовательных направлений. Сейчас в учреждении дополнительного образования больше 50 образовательных программ. К сожалению, у многих учителей в том числе сложился некий штамп. Если ребенок учится на 4-5, то только он и может участвовать в разных конкурсах, олимпиадах. Мы считаем, что вовлечение должно быть массовым. И независимо от того, как ребенок учится, он может проявить себя где-то в каком-то из направлений. И вот эту траекторию мы для себя выбрали и по ней движемся. Успехи работы «Алых парусов» в регионе отметила руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева. Всю работу, которую мы сегодня будем обсуждать, регион уже вел. Регион во многом являлся примером того, как надо интегрировать ресурсы педагогов. Программа занятий уже составлена и обновлена. Пожелания учеников и родителей учтены, педагоги настроены на плодотворную работу. В настоящее время в «Алых парусах» все готово к встрече с одаренными учениками в новом учебном году. Алина Тихонова, Даниил Сурков, Улправда ТВ.